Помогать бездомным животным призвали соотечественников известной казахстанцы. Сегодня в столице стартовала фотовыставка, где представлены трогательные снимки питомцев из приюта с известными журналистами, спортсменами и предпринимателями. Главная цель этой выставки – обратить внимание на проблему бродячих кошек и собак, а также оказывать благотворительную помощь приютам, которые в основном существуют за счет пожертвований небезразличных к животным людей. Ежемесячно от своего бизнеса, я когда его открывала, было принято решение, что я буду помогать животным. 5% от прибыли, от выручки своего бизнеса я отправляю на приюты бездомным животным.